Всем привет! Продолжаем работы над К-27 от фирмы Hobby Boss в 48-м масштабе. Напомню, набор предоставлен магазином Я Моделист, за что им отдельное спасибо. Ссылочка есть в описании, можете туда перейти, найти данный набор или что-либо по вашей душе. Там довольно богатый ассортимент, так что есть что выбрать. Но хватит лирики, приступим к самой модели. За кадром загрунтовал я наши все детали, которые были подготовлены в предыдущей серии. Ну и сегодня начнем их красить. Для начала покрашу я все наши панели приборов. По фотографиям смотрел, они в основном все изумрудные, а инструкция нам предлагает их делать голубые, так же как и весь салон. Но что-то я подтверждения такого не нашел, поэтому буду делать то, что нашел. В общем, сделаем мы их изумрудными. Поэтому буду сейчас готовить вот эту краску H46, мистер Хобби, изумрудный зеленый. И потом уже, после того, как он высохнет у нас, мы продолжим работы. В общем, далеко не убегайте. Сейчас вернусь. Подсох наш изумруд. Продолжим дальше. Буду красить все оставшееся, все, что не замаскировано, и то, что нам надо прокрасить. Буду красить вот такой краской H67 RLM65, потому что посмотрел по фотографиям, хотел сперва другой краской, голубой. Но на фотографиях он такой серовато-голубой. Поэтому я думаю, вот этот больше нам подойдет. Ну а там посмотрим, если что, перекрасим. Если уж не подойдет. Ну а вот эту часть, то здесь я уже вручную прокрашу панель эту всю. Так что ничего страшного. Итак, готовлю краску и начинаем работать. We'll be right back.
Так, друзья, небольшое включение. Хочу показать то, что я тут уже успел сделать. Ну, чтобы вообще пустой не была серия. Чтобы так раз и все, и сразу. В общем, раскрасил я вручную все наше вот это убранство на этом блоке. Получилось, в принципе, довольно неплохо, на мой взгляд. Издалека вообще классно смотрится. Здесь еще потом на приборах. Ну, поищу, может, у меня какие есть приборчики такие из декалей, может, какие крупные вот эти вставлю. Ну и стекла сделаем, соответственно. С этой стороны так вот у нас выглядит. С этой. Что самое интересное, аптечка именно черная. Практически на всех фотографиях, как я видел. Вот. Также проработал я панель управления двигателями. Так вот она у нас сейчас выглядит. Извиняюсь за черные пальцы. Пока красил, испачкался. Вот эти два провода нам надо будет завести вот сюда, когда поставится основная панель. Ну и здесь, наверное, потертости еще сделаю, где вот эти подножки возле педалей. Вот так вот у нас выглядит здесь. Провода почти еще не красил, потому что большая часть еще уже даже забыл, какие тут, в какой цвет. В общем, их проще будет по факту уже непосредственно, когда их установлю. Пока это пусть у нас лежит. Еще одна консоль верхняя. Вот так вот у нас выглядит сейчас. Надеюсь, сфокусировалась. Еще одна панель. Ну, здесь не так много. И вот эта вот центральная консоль. То есть вот так вот она у нас выглядит. Что самое интересное, на всех фотографиях вообще отличаются вот эти панели. Вот именно данного такого типа я даже и не нашел. Поэтому красил их, ну, приблизительно представляю, как оно должно выглядеть. И еще дилемма, почему я начал это так делать. Потому что вот смотрите, у нас панель, вот она, у нас декаль. Декаль дана зеркальная. То есть в зеркальном отображении. Не знаю почему. То ли это мне так повезло, то ли во всех наборах. Но вот я обнаружил вот такой вот интересный момент. Так что будьте внимательны, потому что даже в инструкции она тоже указана. Сейчас покажу. В зеркальном отображении. Вот она. То есть здесь у нас как она есть деталь, а это у нас указано, что вот в зеркальном, можно так сказать, виде. Поэтому я стал вручную и красить. Собственно, причина, почему я вручную покрасил вот эту верхнюю панель, это то, что я не был уверен в том, что у нас все вот это все так прям встанет. Ну, в принципе, большого отличия нету. То, что у меня получилось, что здесь. Ну, есть, конечно, отличия, но минимальные. Так что вот так. И осталось единственное, что я хочу в этой серии еще заснять. Это приобрел я вот такие вот сиденья. Это уже тут немножко прокрашенное. А это вот у нас не крашенное, просто загрунтованное. Это фирма Quick Boost. Если я правильно произнес, смола специально для этого набора производят.
48 масштаб. Не знаю, правда, почему их 4, собственно, так же, как и в наборе их 4 сидухи. На самом деле всего 3 кресла. Я сколько фотографий не смотрел, нигде 4-го не нашел. Но я вот спинку прокрасил аэрографом. Теперь надо это все, все 3 сиденья наши, кресла эти, покрасить. И думаю, вот на результате мы и закончим. То есть покажу уже готовые сиденья и хватит. Так что до следующего включения удаляюсь. Далеко не убегайте. Что ж, друзья, покрасил я наши сиденья. Получились они вот так вот у меня. Сперва я думал, что они одинаковые, но когда начал красить, заметил, что по-разному лежат ремни. То есть можете видеть. Поэтому они не совсем одинаковые. Ну, теперь надо их покрыть лаком. Сделал небольшую смывку, чтобы вот эти вот ребрышки у нас получше заиграли. Вот эти вот на парашюте. На системе парашютной. Вот. Но это сделаю уже за кадром. Поэтому, наверное, закончим эту серию. К следующей серии я прокрашу наши ручки заранее, чтобы уже сразу ставить это все. Ну и предварительно сделаю тоже смывку за кадром. То есть сделаю подготовительные работы. Ручки я здесь только вот само тело покрасил пока и задул. Ручки управления двигателем тоже черным. Здесь тоже нужно будет прокрасить аккуратно все. Так что вот так вот. И, ну, на этом закончим, наверное, все-таки. Чтобы уже новый сюжет пошел в новую серию. Спасибо всем за внимание. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, чтобы ничего не пропустить. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока.